Здравствуйте, мои дорогие зрители. Все просили поснимать девочек и как они развлекаются на прогулке. Так что я сегодня немножечко их поснимаю для вашего удовольствия и для понятия настроения. Детские игрушки, они вместе с моими пацанами играют в эти игрушки, все время их раскидывают, хватают мячики, леечки и бегают. Даже очень любят песок. Все как маленькие детишки. Белла! Белла, Гильза! Ох, мои девочки, конфетки мои. Белла, ну покажи, как ты купаешься. Покажи. Вот так. Да, вот так. Класс. Обожает воду моя собака. Обожает. Ныряет прям. Молодец, молодец, Белла. Молодец. Детям сегодня очень жарко, набирала бассейн. Сейчас уже собралась выливать. Там думаю, нет, пусть Белка поиграется, потом вылью, помою. Не переживайте, в этой воде уже дети купаться не будут, да? А Гильза боится, она не так любит воду, как Белочка. Белла прям обожает. Класс, да, Белл, класс. Давай, Гильза, рискуй, давай. Рискуй, Гильза. Ах, класс. Ай, лошадь чуть не сбила меня. Фу, мокрая. Вот эта кобылка. Все, фу, не пачкай меня. И еще немножко покажу, чему мы научились. Сидеть, Гильза. Гильза, сидеть. Молодец, девочка. Нет, прыгать нельзя. Сидеть. Молодец. Молодец. Белла. Беллочка. Белла. Сидеть. Белла. 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 Ага, тигран, все внимание на себя. Белла. Белла. Хулиганы маленькие. Все, сидеть. Молодец, молодец, собака, молодец. Хорошая девочка. Все, не прыгай. Это, конечно, пока только так. В качестве игры с кинологом, конечно, мы будем заниматься, но они еще пока маленькие. Белле 4 месяца, Гильзе 3. Вот. Поэтому пока еще такие домашние тренировки, неуверенные, так сказать. Вот. Белла, Белла, на, Белла. Сидеть. Молодец. Лежать, Белла. Не, Белла. Сидеть. Лежать, Белла. Лежать. Лежать, Белла. Лежать. Лежать. Молодец, девочка. Молодец, красавица. Молодец, моя собака. Умничка. Все? Корм закончился? Все, девчонки, давайте побегать еще. И будем закрываться в вольере. Давайте. Молодец, Белла. Молодец, собака. Ракета, бежит ракета. Что ты там, подавилась? Ох, девчонки. Играются, девчонки. Гильза, скажи, я подрасту, дам тебе дрозда. Игры. Игры, игры. Давай, беги, Гильза. Давай. И понеслись, и понеслись. После бега решили освежиться. Да, Белла? Ой, она прям ныряет. Ты что делаешь? Не рви бассейн, Белла. Ты чё? Нельзя. Прям ныряет, нельзя. Еще дети поплавают. Еще лето не кончилось. Белла, все, фу. Ах ты, паразитка маленькая. А теперь любимая игрушка. Украсть тряпку и тянуть в разные стороны. Вот это самое то, что нужно. Да, девчонки? Надо им такое резиновое колесо купить. Вот, чтобы они играли в перетягивание. Да? Тряпка порвалась. Давайте, бегите сюда. Белла, Гильза, хватай тряпку. Беги сюда, Беллочка. Белла. Иди, иди сюда. Давай, беги. Беги скорее, беги. Все, устали, девчонки? Устали? Все, пошлите, я вас закрою. Хватит играть. Погнали? Пошли, место, Белла. Пошли, все.
Место, девочка. Молодец. Осталось вторую теперь загнать. Давай, Белла, место. Иди. Иди скорей. Ага, с Беллой всегда сложней. Гильза быстро заходит. А с Беллой надо еще повоевать. Белла, место. Место. Иди, девочка, иди сюда. Иди. Белла. Она может еще шланг схватить. Пошли, Белл, место. Белла. Непослушная собака. Иди сюда. Говорю, там лужа есть. Как мне домой идти? Надо сначала с лужей разобраться. Паразитка. Ой, кобыла грязная. Давай, заходи, место. Давай. Белла, иди ко мне. Иди сюда. Беллочка, а что такая красивая собака? Что такая красивая? А что такая красивая собака? А? Белла? А что такая грязная собака? Мама! Все, и Белка в вольере. Она всегда заходит, наверное, только с третьего раза. Гильза сразу. Говоришь, место, она идет. А с Белкой надо еще поругаться немножко. Ну ничего. Поборемся. Да? Белла, Гильза, девчонки. Теперь мы играться хотим. Так, еще хочу им провести такую процедуру чистку ушей. Посоветовали в ветеринарной аптеке. Сказали, что очень хорошее средство. Вот, так что сейчас будем пробовать. О, тут сразу и цены вам покажу. В принципе, здесь у нас в Краснодаре, в обычном зооаптеке, купила и хочу попробовать чистить ушки собачкам. Вот так. Не знаю, хорошее, нет, кто пробовал, обязательно пишите. Внутри, кстати, достаточно большая бутылочка. Я думаю, что хватит надолго. Вот так, потому что там всего по 2 капельки в ушко. И массировать надо. Снять вряд ли получится весь этот процесс. Вот, поэтому сейчас за кадром закапаю. И все. Сейчас ознакомилась с инструкцией. Тут написано, что нужно 3-5 капель в ушко и массировать. Потом еще тампончик ватный смочить в этом же растворчики и вытереть уже внешнюю раковину, да, уже не внутрь как бы не лезть, ничего не делать, а вот снаружи вытереть. Вот сейчас чем я и буду заниматься. Жалко, наверное, не получится снять. Вот, потому что даже если я установлю штатив, они, наверное, сейчас будут жутко крутиться. Поэтому сейчас все это сделаю за кадром. Вот так вот мы почистили ушки. Теперь розовые, красивые. Белла! У Беллы хорошо видно, у Гильзы не видно. Чистые, не чистые. Да, девчонки? Все, красота.